Опять 23 февраля носки. А вам дарили букет из рыбы? Я как раз хотела себе новую ручку. Ну нет, в этом году уже не ножи, а кастрюли. Сертификат на прыжок с парашютом? Только не набор из шампуня и геля для душа. Каждый год вы сталкиваетесь с одним и тем же вопросом. Что дарить на 14 февраля, 23 и 8 марта? В чем дело? Мы дарим одно и то же. В новом проекте «Леди против джентльменов» мы расскажем и покажем то, от чего ваши защитники или любимая женщина будут в восторге. С подарком вы точно не ошибетесь. Мужчина всегда остается ребенком, а диван для него – это не просто мебель, а место для отдыха, сна, перезагрузки. Он погружается в фантастические миры. Здесь он спасает планету и во все горло болеет за сборную России. Поэтому важно, чтобы это место силы было комфортным, уютным и удобным. А мы, женщины, дарим только такие стратегически важные и практичные подарки. С праздником, защитники!